Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Константин Доронин скончался в Москве спустя 2 дня после дня рождения. Актеру и режиссеру радиопередач было 84 года. О смерти рассказала супруга советской звезды. Доронина нашли мертвым в его московской квартире утром 28 марта. Его жена Клара Иосифовна поделилась, что артист долго болел, боролся с онкологией. А недавно знаменитый режиссер пережил инсульт, пишет сайт «Комсомольская правда». Похороны прошли 31 марта. Жена Доронина вспоминает о нем как о прекрасном человеке. Супруги проработали на радио вместе 40 лет. Зрители познакомились с Дорониным в 1958 году, после выхода фильма «Флаги на башнях». Помимо работы в кино актер также играл в театре на Таганке. Сцене он посвятил 5 лет. Затем Доронин решил связать свою жизнь с радио. На протяжении многих лет он был режиссером популярной программы Всесоюзного радио «Последнее известие». Также он освещал наиболее значимые мероприятия в СССР, к которым относились и летние Олимпийские игры 1980 года. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.